Жди здесь, сынок. Ты увидел все, что тебе было нужно? Достаточно. Магическая башня. Она такая же, как в Камелоте. Чем выше Вортигерн ее строит, тем сильнее становится. И когда он закончит, он будет так же силен, как Мордред. Вот почему меч появился сейчас. Там, где есть яд, есть и противоядие. Что стало с твоим народом? Их убил твой дядя. Именно Вортигер начал войну. Он завидовал, что трон принадлежит твоему отцу, поэтому заключил сделку с Мордредом, что они разделят власть, когда тот победит твоего отца. Мордред убил короля магов и забрал его посох в их священную башню, где выпустил на свободу темные силы их союза. Но они не догадывались о магическом мече. Мерлин украл его посох. Он выковал великий меч Экскалибур и разрушил древнюю башню. Затем меч был передан владычице озера, которая привязала его к кровной линии Пендрагона. Теперь этот меч твой.